Выборы депутатов Государственной Думы 8-го созыва пройдут одновременно с выборами 7-го созыва Самарской губернской думы в единый день голосования 19 сентября. Жителям области предстоит избрать 50 депутатов регионального парламента. При этом 25 депутатов избираются по одномандатным избирательным округам и 25 по единому избирательному округу. Выдвижение и регистрация кандидатов по общеобластному избирательному округу состоится с 19 июня по 23 июля, по одномандатным округам с 19 июня по 18 июля. Об этом говорили в региональном избиркоме. Обе кампании уже идут полным ходом. Мы уже начали получать уведомления от избирательных объединений о проведении мероприятий по выдвижению кандидатов. На сегодняшний момент поступило 3. Списки избирательных участков станут известны не позднее 4 августа. По спискам избирателей у нас составление списков произойдет не позднее 7 сентября, а передача их из территориальных комиссий в участковую 8 сентября. Подписание списка избирателей с заверением его печатью не позднее 18 часов 16 сентября. Официальное опубликование общих результатов выборов состоится не позднее 19 октября. Ольга Хамракулова, Максим Гусев. События.